Привет! Сегодня я хочу рассказать о надежном помощнике в создании правильного микроклимата у вас дома, а именно о ультразвуковом увлажнителе воздуха Balu серии Platinum. Вот несколько заметных признаков, информирующих о том, что пора уделить особое внимание вопросу влажности. Если вы заметили, что во время отопительного сезона увядают растения, появляется скрип напольных покрытий, рассыхается деревянная мебель или отклеиваются обои, это признаки низкой влажности. Присмотритесь к себе и близким. При сухом воздухе шелушится кожа, появляются проблемы со сном, головные боли и частая усталость. Это тоже симптомы недостаточной влажности. Хочу предложить универсальное решение. Увлажнитель, который поможет создать и поддержать комфортный уровень влажности у вас дома или на работе. Увлажнители Balu серии Platinum выполнены в двух цветовых решениях. Глянцевый белый и матовый черный с прорезиненным покрытием. В приборе предусмотрены два варианта увлажнения – холодный пар и теплый пар. При выборе режима «теплый пар» происходит процесс пастеризации воды, благодаря чему увлажнение становится максимально стерильным. При создании увлажнителей серии Platinum инженеры Balu учли даже малейшие детали, которые будут удобны и полезны для пользователей. У вас есть возможность управлять настройками увлажнителя как с панели управления на корпусе прибора, так и с помощью пульта дистанционного управления. Он входит в комплект. Включите режим авто. Прибор будет самостоятельно поддерживать оптимальную влажность, которая зависит от температуры воздуха в помещении. При необходимости можно выбрать скорость увлажнения. В режиме Continuous прибор будет непрерывно увлажнять воздух, не обращая внимания на показатели увлажнения, до тех пор, пока в баке не закончится вода. Также у прибора есть режим ионизации, который помогает в очистке воздуха. Этот режим отключаемый. И также есть таймер отключения, который выключит прибор через установленное время в диапазоне от 1 часа до 12 часов. Для увлажнения можно использовать фильтрованную или водопроводную воду. На этот случай в увлажнителе установлен ионообменный фильтр, очищающий воду от солей жесткости. Дисплей выступает в качестве метеостанции, и даже когда увлажнитель выключен, вы всегда сможете узнать текущую влажность или температуру в помещении. При низком уровне воды увлажнитель беззвучно выключается, а на дисплее загорается сигнализирующий значок. При работе в режиме увлажнения резервуар подсвечивается и выступает в качестве мягкого ночника. Бак для воды дополнительно фиксируется специальным детским замком. Это решение позволяет закрепить резервуар для воды, защищая его от случайных опрокидываний, а юные исследователи не смогут засунуть внутрь прибора посторонние предметы. Сбоку есть специальная аромакапсула. Добавьте пару капель масла, чтобы раскрасить воздух или укрепить иммунитет в период заболеваний. Прорезиненные ножки препятствуют скольжению прибора и защищают поверхность, на которой он установлен, от повреждений и царапин. Поворотный распылитель дает возможность направить поток увлажненного воздуха в нужную сторону для достижения максимально быстрого эффекта. Вместительный резервуар для воды обеспечивает более 15 часов беспрерывной работы. Создавайте правильный микроклимат для близких круглый год вместе с увлажнителями Balu.